Сегодня у нас с вами классный инструмент для генерации метафор, чтобы придумывать метафоры, которые вы сами бы никогда не придумали, если бы не воспользовались этим инструментом. Такое бывает, что пишешь, уже все, исписал уже так, писал сяк, писал, уже начинаешь повторяться как-то, и надо вот как-то вот выбраться из этого замкнутого круга и найти какие-то новые свежие идеи. Так вот, этот инструмент как раз он про новые и свежие неожиданные идеи. А я, кстати, Вадик Углов, и я самый главный специалист по текстам песен во всем мире, а может быть... даже и на Ютубе. Этот инструмент заключается в том, что мы берем два каких-то слова и записываем их на бумажку. Причем это не абы какие два слова, а немножечко разные. Первое слово, вот это вот слово, оно должно быть какое-то абстрактное, какое-то возвышенное, такое философское, глубокое какое-то, со скрытым смыслом. Вы знаете эти слова, они вот в этих, в песнях встречаются. Любовь, дружба, бесконечность, небо, море, мечта. Вот такие вот слова, странные, прикольные. Но как будто бы вот такие, немножечко, да, воздушненькие. Давайте возьмем сам. Самое попсовое из этих слов возьмем «любовь», самое распространенное. Можно взять любое другое, но вот возьмем «любовь», потому что самые популярные песни, они, как водится, про любовь. Теперь нам нужно второе слово. Второе слово, оно не такое, как первое, оно наоборот, оно максимально приземленное, максимально будничное, самое такое просто такое рутинное, какое-то вот ежедневное, неприметное, такое серенькое. Если первое слово супер абстрактное, второе слово супер конкретное какое-то. Второе слово, оно может быть типа стол, стул, табуретка, стекло, книга, пульт от телевизора, тапки, котик. Яблоко. Ну, вы понимаете. Ну и чтобы было вообще кайфово, давайте сгенерируем абсолютно случайное это второе слово. Просто какое-нибудь возьмем, рандомно прям генератор случайных слов откроем. Вот какую-нибудь эту ссылочку. Бам, вот вам генератор случайных слов. И сейчас просто накидаем. Нам нужно существительное. И мы сгенерируем какое-то рандомное слово. Погнали. Испытание. Испытание это очень абстрактно. Это как раз могло бы быть первое слово. Удовольствие тоже такое. Возвышенная фигня. Ответственность. Все туда. Палец. Вот палец. Это максимально вообще. Давайте палец. Дальше пишем. Ноготь. Фал. Фаланга, ковырять в носу, перелом, палец, ладонь, мальчик, пальчик, перчатка. Потом дальше палец, мизинец, безымянный, большой. Ну и все более-менее понятно. Давайте напишем. Иногда как большой, а иногда и как средний. Соответственно, любовь как палец, иногда как большой, а иногда и как средний. То есть иногда вот так, иногда по-другому. Мы поместили в сильную позицию, в концовочку четверостишия, вот по крайней мере эту мысль мы поместили, теперь рифмуем обратным порядком. Средний, бредний, тедний, намедний. Ну, вы понимаете. Большой, свой, твой, мой. И тогда у нас получается 4 строчки, каждая из которых рифмуется, да, получается. Средний, намедний, большой, мой. Ну, или как-то так. Осталось только выбрать, что из этого лучше работает, и дописать остаток строчки, чтобы получились нормальные длины строчки, которые можно петь. И вот у вас уже готов небольшой куплетик. Наблюдением я поделюсь с тобой. Это осознал я буквально намедни. Любовь, она как палец. Иногда как большой, но гораздо чаще, как средний. Давайте теперь всю схему обрисуем. Берем два слова. Одно из них очень абстрактное, другое очень конкретное. Чем дальше мы разводим их на шкале абстрактности и конкретности, тем, как правило, бодрее будут метафоры, потому что неожиданнее будет найти общее между двумя максимально далекими словами. Потом, когда мы это сделали, мы ищем ассоциации к конкретному слову. Ищем, что там есть такого, что можно обратно кинуть мостиком на другое слово, на абстрактное. И этот мостик и будет наша метафора. Эту метафору ставим в сильную позицию, рифмуем ее обратным порядком, и бум, у нас получается песенка. Можно накидать таких метафор. Несколько, можно несколько таких же мостиков в одну и ту же сторону найти. Тогда это будет развернутая метафора. Здесь мы посмотрели только самые поверхностные какие-то штуки. Наверное, можно было побольше раскрутить, что-то подумать. Я уверен, что если вы подумаете чуть побольше, у вас получится намного лучше, чем сейчас получилось у меня. Потому что у вас наверняка больше творческой фантазии, больше опыта, и вы все это сможете сделать наверняка, применив это на практике. А так, спасибо большое, что посмотрели это видео до конца и не перематывали. Это очень помогает каналу развиваться, потому что так YouTube думает, что видео интересно и дает его посмотреть большему количеству людей. А самое главное, когда вы смотрите до конца, это делает мне приятно. Если вы пишете тексты песен, заходите к нам на Boosty, у нас там скоро будет движуха, когда мы наберем определенное количество платных подписчиков. Там есть некоторые уровни подписки, и в зависимости от высоты уровня у вас получается некоторая вероятность попасть в обзор в онлайне. Прямо на стриме будем разбирать тексты подписчиков, смотреть сильные места, возможности для улучшения, какие-то идеи накидывать, как-то перекраивать так, чтобы было круче и еще веселее. А если вам прямо сейчас надо сделать что-то с вашими текстами, то заходите в телегу, там есть услуги, я могу отредактировать, могу с нуля текст написать, могу обратную связь вам дать. Это отличный способ поддержать канал, заходите, пожалуйста, ссылочки есть в описании. А я вам желаю придумать самые крутые, самые мощные, самые яркие метафоры, потому что вы классные. На классные.